еще раз сказать огромное спасибо в вашем лице всем костанайцам. 525 тысяч избирателей, которые пришли на избирательные участки и отдали голоса за нашего президента. Все это работа нашего и областного штаба. Вот той молодежи, тех студентов, засутановцев, партии «Уропан», огромное вам спасибо. Наши замечательные предприятия «Евразкаспий Сталь», ССГПО и многие другие коллективы, аграрники, малый и средний бизнес, ассамблеи народов Казахстана. Огромное вам человеческое спасибо. Добра нам, счастья, мира и успехов.